от меня, я же свой дым уебал, сломаю. Вот это правильно. Поехали. По поводу ДТП, который он здесь вот инсценирует, назовем это так. Значит, обратим внимание, сами вот видите, он грязный изначально сюда приходит в штанах. И смотрите, да, обратите внимание. И он потом говорит, что на него вот наезд. Я уже отснял, Алексей. Он всегда в одних и тех же штанах. Да, на вас выезжали сегодня. Потом говорит, что ДТП было. И ущерб якобы за химчистку. Просто прошу обратить внимание. Если будут здесь какие-то ДТП оформляться, никакого ущерба ему не было причинено. Требование было, было требование. Отходи, уйди. Уйди. Проходи, проезжай давай. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Ребята, это на прилегающей территории. Да тебе это ничего не значит. Как это? А я тебе это тоже ничего не значит. Здесь есть, допустим, знак проезда еще. Да у вас есть знак проезда. Это же полицейский, наверное, вам все-таки придется действовать, потому что на самом деле это не повиновение вообще ваше. У вас есть соответствующая бумага. На прилегающей территории пешеход не должен создавать препятствия транспортным средствам. Отреагируйте, потребуйте от него, чтобы он прекратил. Пока не приехал ГИБДД, я не верю ни вашим бумагам, нет. Пусть не заезжает. Тогда почему? Люди ходят. Почему? Люди ходят. Я могу не требовать. Люди во дворах ходят, там ездить можно. Есть жилая зона, там ходят люди. Машины есть, значит, можно здесь ходить. Можно здесь ходить. Почему? Так и ездить можно, это прилегающая территория, Алексей. Что здесь можно ходить? Да, здесь можно ходить. Почему здесь можно ходить? Она на кадастровом учете стоит, я вам дал ответ, что это не разграниченная территория. Она не является прилегающей. Вот такой же ответ. Я вам дал только что ответ, что это не разграниченная территория. Она не является прилегающей. Хорошо, давайте посмотрим, от какого числа у него бумажка, какого числа у Владимира. Конечно. Артем. Иди ящериц своих ебли, долбоёб, блядь. Нет, требования вот ему надо транспортного предъявлять. Смотрите, пожалуйста, сейчас. Требования ему надо предъявлять. Все не отдавай, там две. Да, вот, смотрите, что это недавно ответ со 21 декабря 17 год, и что дальше? Вот 28 этого месяца был запрос, точнее, предыдущего месяца. Так а он вот этого месяца. 8-го на 6-го. И что? 6-го месяца. И что? Ничего. И в чем? Управа? Для тебя уже управа? Ребята, дойдите с тротуара. Кто для тебя главный? Управа? Управление дорожного хозяйства обладает информацией, касающейся... Дедушка, отойди! Да отойди, что ты правда? Товарищ полицейский, машину! Прекращайте наезд на пешеход! А он не наезжает! Он садится на капот, я сидит! Чего ты на капот садишься? Пошел нахуй! Товарищ полицейский, что он делает? Он провоцирует меня, я же свой дым уебал, сломаю. Давно пора. Сделай так, сделай. Он сейчас помнет машину, пускай за ЛКП прайсит. Я сел? Да, я сел. И мне садился на автомобиль. Так ты же полицейский, почему вы это самое не реагируете? Ты же полицейский. Отреагируйте. Сейчас задержу. Все, он допросился. Дальше полицейский, давайте наряд. Давайте наряд, вызови, он невменяемый. Прошел, у меня подозрение, что человек пьяный. Отходи. Приступ суицида, он под машину садится. Все, наверное, в скорую надо предъявили. Давайте вызовем наряд. Иди на предъявите. Я лично видел, что машина стояла, просто сел на капоте. Он наезд совершил. Потому что я не могу проехать, припарковаться. На какой наезд? Я видел, он прыгал сам на капоте. Никто не видел. Ваши фото, я видел. Никто не видел. Звоните в ГИБДД. Смотри, полиция, предъявите ему требование, чтобы я проехал. Он не имеет права препятствовать. Он может здесь сходить, вопрос не ходить. Но препятствовать транспортным средством не имеет права. Мне нужно проехать, припарковаться. Сколько мне здесь проезд?
загораживает. Все, мы ГИБДД вызвали, ДТП совершили. ГИБДД вызвали, замечательно. Замечательно. Вы прочитали ответ? Пока отойдите и пройдите. Вы прочитали ответ? Требования предъявите им. Что комиссия здесь была, что это тротуар. Вы прочитали? Какая комиссия? Почему вы этому ответу верите, а моего нет? Я не верю ни вашим ответам. Можно пока спорная территория? Пусть он ответит. Не спорная. Спорная территория, отойдите, не приедет. Мы здесь будем стоять, подожди, здесь тротуар. Здесь люди ходят. Какая здесь тротуар? Я не хочу. Пусть он съедет. Почему решили, что это тротуар? Потому что здесь привлекали к ответственности много людей. Много людей. Иди сюда. Иди сюда. Пошли, что ты, иди сюда. Пойдем. Пошли со мной, блядь. Со мной пошел быстро, блядь. Пока у тебя подъездные войны не начались, блядь. Обезьяна, ебаная. Пошли. Снимай. Блядь, убери руки. Я тебе еще телефон нахуй поломаю. Ты тоже подъездный войн хочешь, блядь, обставить. Пошли туда. Пойдем туда, пойдем. Убери камеру. Это папка его, кстати. Это сын и папка. Ты пассивный или активный? Да они оба. Они же стану сами, он с такими ходит. Я тоже хочу попасть в телевизор. Слушай, ты просто соответствующий. Значит, сотрудник полиции. Как вас представить, пожалуйста? Спой, Самачник Роман Евгеньевич. Очень приятно. Серов Вадим Юрьевич, смотрите, данный гражданин, что бы он там ни утверждал, не имеет права препятствовать проезду транспортных средств. Так как здесь прилегающая территория, и все признаки этого здесь имеются. Подожди, не перебивай, я разговариваю когда. Значит, здесь признаки прилегающей территории имеются. Здесь не отделена ни газоном, ничем. Здесь бордюрный камень. Заезд сюда разрешен абсолютно. Никакими знаками и разметкой не предполагается, что здесь может что-то нарушить. Значит, вызывайте подкрепление. Гляньте, что творят вообще. Смотрите, полиция, постепенно. Значит, первое. Он препятствует. Я прошу вас отреагировать, потому что не имеет права препятствовать прилегающей территории. Создавать препятствия. Послушайте, вы не имеете права препятствовать. Я для этого и встречался с руководителем управы администрации. Юрий Николаевич Бавыкин сказал, что здесь прилегающая территория. Запрос сделал. Я не только запрос сделал. Бумажки что, не устраивают? Конечно, делал, что не понятно. И что? Тротуар у меня ответ. И сел под машину. Салют полиции, потребуй, сделайте ему распоряжение, требования, чтобы он отсюда. Пока что не установлено, что это тротуар. Соответственно, если я что-то... Запотите, требуйте. Это ваше требование, сотрудник полиции? Это не тротуар. Это ваше требование, сотрудник полиции? Я показал ответ, как это тротуар? Я вам ответ показал. Ваш сотрудник полиции, Скажите, это ваше требование? Я пока не установлен, что это тротуар, требую, чтобы вы покинули. Все, это требование, Алексей, если вы не выполните, будет 19-3. А вы на тротуар заехали. Включите, пожалуйста, проблесковые мешки. Да есть дороги. Здесь дороги. Алексей, вы не видите помочь. Пожалуйста, покиньте. А вот дороги. Человек, найти можно. Проходите. Пока не установлено. Задним ходом. Пока нет. Пусть съезжает. Пока нет, пусть приезжает. А кто ты такой? Я не пойму, что ты. Запрещающих знаков на тротуаре не ставится знаки. Пока это не тротуар. Мы уже установили, что это не тротуар. Подождите, я же вам куча ответов. Мы условили, что это пока спорная территория. По вашему. Водитель, если видит спорную территорию, он не имеет права заезжать, пока не установлено. На спорную он не имеет права заезжать. Прилегающая территория, это дворы. Прилегающая территория. Там есть знак прилегающей территории. Не ставится никакого. Дворы написано, что это является прилегающей территорией в определении правил дорожного движения. Есть четкое определение, что такое прилегающая территория. Это дворы, заправка, въезд на предприятие. Вот есть. Вот, въезд. А это не въезд не на предприятие, это просто... Вот жилой дом, вы долго будете его уговаривать? Но это не двор. Это не двор. Вы долго его уговаривать будете? Сотрудники полиции, вот вы здесь все. Пожалуйста, потребуйте, чтобы не препятствовал проезду транспортных средств. Здесь прилегающая территория. Выдвините ему требования конкретное. Это неадекватный гражданин. Что здесь будет? Да этот ответ мы тоже дали. Пожалуйста, потребуйте. До выяснения обстоятельств непосредственно попросите его уйти. Если я нарушаю что-то, сотрудники ГИБДД приедут, меня оформят за правонарушение. Вот он приезжает. Сейчас не имеет права препятствовать. Я просто стою на тротуаре. Ты просто препятствуешь. Ты не имеешь права, понимаешь? Ты не должен создавать препятствия другим транспортным средствам. Скажите ему, ты слышишь, что говорят? Послушай. Скажите ему съехать, пожалуйста. Сказали, это не тротуар. Покажи. Всем покажи. А вот ответ из как? Ну вот ответ. Будет стоять. Что здесь будет делать реконструкция? Это тротуар. Вот такой же ответ. Два вы смотрите. Где знак П? Я сейчас пойду напечатаю. Понимаете? Знак П. На каждом парке. Пусть едет, пожалуйста, пока это. Пусть поедет. Я не могу с тротуара. Как я могу с тротуара? Вот тротуар такой.
Товарищ полицейский, это что по-вашему сзади? Что за требование? Это что? Вот это вот, тротуар или что это? Вот это где машины стоят. Вот, вон там, что, тротуар или что? Тротуар. Вот, а это что тогда по-вашему? Прилегающая территория. Тогда почему вы ему тогда, все, он у вас здесь стоит? Уберите его, пожалуйста. О, прилегающая территория, знак АП. Вы не можете какого-то непонятного человека убрать, честное слово. Там знак тоже никакого. Вы понимаете, вы просто бездействуете сейчас в данный момент. Отойдите, пожалуйста, не мешайте поэтому. Да я не попросил, я на тротуаре стою. Я на тротуаре стою. Это не обоснованное. Это ваши требования или нет? Да. Требования законные. Я буду его обжаловать, жалобу на вас. Да, да. Я обязан подчиниться. Вы видите, скажите, я обязан. Эй, смотрите, я, если это ваше требование, вы предъявляете, я его выполню. Я являюсь журналистом, я его выполню, это требование. А где ваша корочка, если вы журналистом являетесь? На вас будет подана жалоба, потому что вы предъявляете, на мой взгляд, незаконное требование. Незаконное требование в чем? Уйти человеку с тротуара. Я не вижу уйти, я не препятствую, я стою на тротуаре. Такого нету. Препятствовать на тротуаре автомобиль не должен быть, понимаете? Вот лучше скажите, пожалуйста, этому гражданину съехать, потому что это незаконное требование. Вы ему принесли требования, он должен его выполнять. Он пусть обжалует потом. Я буду жалобу подавать. Вы можете подавать. Вот, это ваше право. Пожалуйста, он съехал с тротуара. Это не на тротуаре. Потому что я не знаю, правильно, ну пусть съезжает, потому что это требование. Вы выгнали. Это ваше законное требование. Вы выполнили, да? Я отойду с тротуара, я обязан вам подчиниться законным требованиям, если это законное требование. Но я буду обжаловать ваши действия. Все, хорошо. Можете представить, пожалуйста, кто мне это требование предъявил? Отойди с тротуара. Правильно? Зачем? Я не представлял. Пожалуйста, не представьте. Нет, ну сейчас скажите, кто это требование предъявляет, я отойду. Самохин Роман Евгеньевич. Алексей, зачем вы препятствуете? Отойди, да. Пока не установлено, то есть территория, я не препятствую. Привлечение по что это тротуар, понимаете? Дом сделал трактир. Только начало. Почему вы одни пропустили, а других будете не пропускать, Алексей? Что за несправедливость? Я не пойму, почему его нельзя, он неадекватный. Он не дул в трубочку. Можете подойти, вот попросить водителя съехать. Я вам могу ответить. А вот этого заехал только что на тротуаре. И, кстати, он ставит не по правилам дорожного движения. А почему вы остальным водителям? А я говорю, там их нет. Их нет. Остальным водителям? Их нет. Раз, два, их нет. Посмотрите, машины. Заберите их. Нет, машины. Потому что у него принцип такой. Машин их нет, сотрудник, понимаете? Здесь куча людей привлекают. Вы сейчас заберете, вы будете правы. Не нам это вам рассказывать. Можно вот я расскажу одну вещь. Алексей выложил якобы мою имя и фамилию, но на самом деле он ошибся. Не Стахмен, а Стахнюк. И ничего такого, что там было написано, не было на самом деле. Там полицейский писал с моих прав. То есть там было все четко написано. Ну, если полицейский совсем дурачок, да, и переписал мое имя, фамилию неправильно, ну, это вообще-то, ну, мне кажется, глупо, да? То есть Алексей берет какие-то выдержки откуда-то, пишет на какого-то странного человека. Нет, пускай. Ребят, зрителям пускай. Непонятно, про кого речь. Алеша, а не Алексей. Он Алеша. Алешенька, да. Алеша. Вот, Алешка. Вот. И пишет какие-то странные посты о том, что я написал на него заявление, якобы он отбирал у меня телефон. Посмотри на меня и вот на вот это вот чучело. Просто направь, вон оно стоит. Чтобы он у меня телефон отобрал. Алеша Додик. Нет, он может только у меня конус отбирать. Может. Так это его сразу конус отдал. Сует постоянно. Сказал, зачем? Вроде на девушку можно напасть. Так я не выражаюсь, жопу сует, это даже и без мата. Вы что? Нет, я... В общем, что у меня? У меня, во-первых, обращение. У него образуется два состава административного правонарушения. 19.1, тут хулиганский, тут вообще обратите внимание. 12.35 препятствия на дороге они выставляют. Значит, и 12.33. У нас препятствия вообще, значит, проезду транспортных средств. То есть по трем вы там сами выберете, либо по всем трем. По приезду сотрудников ЕПДД. Да, я понимаю, по 12 главе они едут. Просто у меня заявление устное, вы мне парапорт должны передать. Написать и письменное, и устное, как приедет ЕПДД. Я вам заявляю, а вы парапорт передадите, у меня к вам такая. ЕПДД приедет, я передам, и они примут законное решение. Да, хорошо. Не про тебя. Но по 19.1 это уже ваша компетенция. Да. Они незаконно сделали парковку и сделали отмостку, ведущую в никуда. Знак П не установлен.
это не разграниченная территория является, понимаете? Это раз ответ. Посчитали, да? То есть не закон. Вот то, что он заехал, он незаконное действие совершил, понимаете? Знака П нет. Смотрите, нету знака П нигде, позволяющий парковаться. Здесь будет реконструкция. Дальше, Алексей, а знак П не обязательно для того, чтобы сюда заезжать? Зачем вы заблуждение сотрудника полиции вводите? Правил дорожного движения, водитель, копия вашего обращения находится на Зачем вы заблуждение вводите? Знак П это не запрещающий это знак. Это два. Это два. Смотрите. Второй. Согласно пояснению управления дорожных хозяйств территории в районе домов 043 А 40-45, он опять сотрудника полиции вводит в заблуждение. Если знак П нет, относящийся к категории неразграниченных собственности, сведения публичных кадастровых карт. То есть неразграниченный участок. О чем говорят они, это не прилегающая территория. Вся прилегающая территория стоит на кадастровом учете обязательно. По-другому не бывает. Но при чем здесь, где административная правонарушение со стороны водителей? Смотри. Серов, ты вообще нарушил сейчас правила дорожного движения. Все, да? Встал под углом проезжей части. Да, что ты говоришь, бедолага. Сотрудник, можете установить его личность и взять объяснение? Пусть, по его мнению, это проезжая часть, но он поставил под углом проезжей части. Это прилегающая территория. Видите, то есть это является тротуаром ответа. Здесь будет делаться реконструкция. Магазин, вот этот магазин Иркутса, ДСК, точнее, когда построили вот это здание, бизнес-центр, они сделали вот эту парковку незаконно. А печать нету, здесь только фото, кстати, в электронном виде. Вы можете позвонить, вот узнать, смотрите, исполнитель. Номер постановления. Вот. Какое постановление? Ответ, врачи. Исполнитель, звоните, узнавайте, пожалуйста. Шишкина. Да. Это, знаете, откуда ответ? Это контрольно-аналитическое управление, которое перепроверяет. Это надзорный орган над администрацией. Вот они дали такой ответ. То есть они провели проверку. Можете позвонить, уточнить, чем этот участок является. Понимаете? Вот у меня ответ есть. А там дан ответ такой, что там нет ссылок ни на чего. Если стоит этот прилегающая территория является, то должна быть ссылка на кадастровый номер. На кадастровый номер ссылки нет, понимаете? Поэтому попрошу отреагировать вас, потому что вы бездействуете сейчас, понимаете? Заехали люди, на тротуаре стоят. Это незаконно сделан тротуар здесь. Можно попросить, чтобы съехали, пожалуйста, привлекали к ответственности? Алексей, мы сейчас пишем. Кстати, по поводу ДТП, который он здесь вот инсценирует, назовем это так. Значит, обратим внимание, сами вот видите, он грязный изначально сюда приходит в штанах. И смотрите, вы обратите внимание. И он потом говорит, что на него наехали, говорят, наезд. Наехали, я уже отснял, Алексей. Он всегда в одних и тех же грязных штанах. Да, на вас выезжали сегодня, потом говорит, что ДТП было. И ущерб якобы за химчистку. Просто прошу обратить внимание, если будут здесь какие-то ДТП оформляться, никакого ущерба ему не было причинено. Можете попросить. Узнавать. Вот, можете позвонить. Правильно, можете позвонить. Ой, Шишкин, это начальник отдела контроля. Есть. Скажи. Вы можете узнать и все. И пожалуйста, и все вам скажут там. Что, если вы мне не верите, вот, звоните. Там тоже в моем тоже ответе есть телефон. Позвоните по моему телефону. Возьми, где мой ответ я вам дал? Это вот, смотрите. Это выше. Смотрите, значит, вот здесь вот указано. Непосредственно 249-46-76. Пока рабочий день, наберите им и узнаете. Вам все скажут. У вас вот какой ответ Серов делал? А где что это является? Где это является, что прилегающая территория? А вот представляете, вот здесь вот написано. Вы почитайте, внимательно почитайте. Вы почитайте. С какой стороны? Да вы почитайте вообще. Снимите его на видео, чтобы вы своим подписчикам показали. С какой стороны? И читайте внимательно. Да, читать буквы. Да, читаю буквы. Запятые, точечки. С какой стороны? Со двора является, да, прилегающая. Там написано запрос. Покажите запрос. Там есть запрос. Теперь внимательно. С какой стороны? Вот ваш ответ. Там вот как раз хрен поймешь, откуда чего. Вот смотрите, я сделал запрос. Вот. Про конкретно какую территорию идет речь. Здесь указано 43А, Меркуса по адресу 43А. Значит, по прилегающему пространству непосредственно. Значит, Лёшка, парковка. Ты не чеши так губы. Чем является тротуар? Все равно облазит. Ответили прилегающую территорию. Что еще нужно? Вы свой запрос покажите, что конкретно вы имели в виду, когда вы отправляли. Там, наверное, будет совсем другое. Просто и вы свой какой-то ответ трактуете таким образом, как вам удобно. Похайпить называется. Так что твоя как сущность твоя раскрыта, хайповская, ну и в общем подставническая. Леховская. Ну выпусти, что ты стоишь? Вам только что объяснили, сотрудник полиции. Требование было. Отходи, уйди. Проезжай давай.
справа, сейчас мы разграничим. Как мы тебя отвлекать территорию? Да, согласен. Да, да, знаю. Поэтому схема разрабатывается. Нет, схема разрабатывается. Отныне. Сотрудники полиции. Отныне. Мы будем узнавать, когда у Алешки будут разные вот эти вот его отрядные дела. Да мы такие же, как ты, понимаешь? Закон требует. Мое законное требование. Отойти. Осуществлять общественный контроль за действия. Это тротуар. Прилегающая территория, еще раз вам объясняю. Давайте я вам поясню. Прилегающая территория — это территория, когда стоит. Встань, пожалуйста. Я думал, ты сам прыгаешь. Я передумал. Двоякое. Я понимаю, что двоякое, но в данный момент это тротуар. Посмотрите, люди ходят по тротуару. На кадастр. Нет, по поводу той территории мы там даже не спорим. Хотя там по прилегающей территории. Но вот здесь вот конкретно на запрос конкретно ответ поступил. Есть основания, что человек не прав. По ответу, который тебе пришел, можно вопрос задать? Да, конечно. Есть вопрос. Скажи, прилегающая территория должна стоять на кадастровом учете? Послушай, водителю зачем это нужно знать? Должна когда... или нет? Подожди. Нет, ответь конкретно. Мы с точки зрения водителей рассуждаем, да? Давай не с точки зрения дебилистических твоих домыслов. Так а давай или конкретно. Нет? Водитель должен знать, на каком балансе, где она стоит, эта земля. Серов, ты вопрос на вопрос будешь отвечать. Потому что это уточняющий вопрос задал. По существу. Ты не по существу. Водитель чем руководствуется? Я тебе задал. Не кадастровой картой. Я тебе задал ты настолько вопрос. Неадекватен. Я тебе задал вопрос, на который уточнение не требуется. Водитель не должен я тебе задал знать, вопрос, что на в кадастре. Не требуется. Понимаешь, я не должен. Это конкретный. Ответ на твой вопрос. Прилегающая территория должна стоять на кадастровом учете. Послушай, это ответ на твой вопрос. Вот тут если я нет тебя ответа, не устраивает, видишь? Живи с этим, смирись. У тебя нет ответа, потому что вся прилегающая ты территория нет, ты слышишь, должна вообще? Стоять, подписчики посмотрят и должна скажут, стоять на кадастровом учете. Вот они на тебя пока ты смотрят, договорятся. Ты балабол. Идиот. А это друг. Они на тебя балабол. Все реагируют. Ты балабол. Ты собрал автокамеру, который нарушает правила дорожного движения. Приехал сюда. Нет, прокуратура. Не волнуйся, будет. Балабол. Балабол. Ты сам посмотри на себя. Зеркач. Посмотри на себя. А дальше уже там? Глянь на себя. Давай, я с него за пашком несу. Не чую. Вам не пахнет? Отныне и навсегда мы собираемся контролировать общественный контроль или наш надзор. Как, что это вообще за чучело ходит здесь? Мы просто, вот да, вот наш надзор, вот этот вот петушиный, короче. Мы просто будем ездить, узнавать, когда у них будут вот эти вот все мероприятия. Нам люди с города уже рассказывают, показывают, где они. Вот. Мы будем приезжать просто и объяснять, если они осуществляют неправильный общественный надзор. Если правильно, то мы будем хвалить, гладить деда по голове. Ну, я не буду, просто мало ли, упадет еще. Ну, вот, ну, в общем, все. Дед сказал, что он вообще не знает Алешу, ну, просто... Не близко знакомый, да. Это, не близко знакомый. Не близко знакомый. Я бы постоял еще, а что? Алексей подошел, как бы решил запечатлеть. Все хорошо, Алексей. Главное, чтобы мы не деремся, мы не деремся. Главное, чтобы для тебя тоже все хорошо закончилось. В итоге. А то что? А то вдруг окажется тротуар. Да? Да как он может оказаться, если это прилегающая территория? Вдруг мужик ответственности. Да? Как кто? Обалдеть. Я думаю, это кадастровый номер этой территории есть, да? Да при чем? Да ты как дурак себя ведешь. Понятно. Ты вот пойми, при чем здесь кадастр? Наедь, пожалуйста, вот на это лицо. Вот видишь, вот водитель оно. С кадастровой карты тоже, у него в навигаторе должно быть, знаешь что? Надзор. Кадастровая их карта. Надзор, их не. Это вообще ужас. Еще раз. Да. У вас прилегающие... Да. Пойдемте со мной, идем. Да, со мной. Да, конечно. Ну пойдемте, пойдемте. Пошли. Ребят, Леш, идите сюда. Идите сюда. Идите сюда. Идите сюда, идите сюда. Пошли. Да, рассказывайте. Хорошо, что ты скажешь? Сейчас скажу, конечно. Это хорошо. Он просто в тень захотел. Да нет, нормально. Леша, вот так это не видишь.
этот товарищ говорит, что это прилежащая территория. Ага. Дошли. Пошли дальше. Так. Мне надо пройти теперь вот туда дальше. А все, проблема дальше. Ну как, все, потому что еще машины на нет. На прилегающей территории возможно движение пешеходов и транспортных средств. Серьезно? Слышите, да. Вы не знали об этом? Нет, не знал. Не знал. Серьезно? Ну пойдемте. Да нет, что вы не... Как я теперь пройду? Подождите. Мы говорим конкретно об этом участке дороги. Послушайте, это вопросы вам нужны. ГИБДД. Вы самостоятельно должны не препятствовать транспортным средствам. Я обращаюсь в прокуратуру, мне сказали, что это пешеходное. Подождите. Мы говорим вот конкретно об этом участке. В данный участок является прилегающей территорией. Не спорю. И здесь, так мы не про него спорю. И говорим, при чем здесь а это? Здесь как пройти? Пешком. Пешком, как вы идете? А как же ездить транспорт? Здесь маршрутка не ходит. Вы слышите или нет? Слышу. Мы говорим конкретно о вот этой территории. Да я не спорю про нее. Зачем мне эта территория? Как зачем? Мне-то она зачем? А почему тогда отсюда они проезжают дальше? Это вы вопрос зададите водителям, а не мне. Я говорю про этот участок. Мы приехали сказать, что здесь прилегающая территория. И здесь так же, как и там, движение транспортных средств, точнее, пешеходы, не должны друг другу создавать препятствия. Согласен все. Полностью. Все. Не спорю. Вот, а люди здесь у нас препятствуют. Это ненормально, ненормально. Мы говорим о конкретном участке. Причем здесь вот там дальше, там... Это меня вообще мало волнует, потому что там... Вы понимаете, видно, когда... Тротуар. Когда начали это все строить, здесь задавали люди вопросы сразу. Как будем мы ходить? Все здесь будет нормально. Хотели сделать оттуда, парковку. Ну, я понимаю, так и должны будут потом сделать. О, почему не сделали? Так, ну, это к администрации вопрос. Какому финансы, администрацию? Туда. Но это же, это... как водителей, это не должно волновать. В плане того, что вот это вот флагами размешивают. Согласен, не спорю. Вот, соответственно, едет, видит, сюда можно заехать, здесь можно парковаться. Согласен, вопрос, не спорю. Вопрос, может быть, нарушение, они вот так знают. Не делать, если они все там вот так, то здесь все будет. Здесь станет там, здесь машины вместо 30. Вы же правильно сказали, что здесь сейчас уже не остановка, а это парковка. Потому что ребята все отсюда ставят. Парковочное пространство, все правильно. Здесь прилегающая территория, здесь сделали парковку. Согласно облдумы, что они сказали, ближе 50 метров облдума нельзя, не остановиться, не парковать. Это я не знаю, что они сказали. Не знали. А самое главное, что здесь есть. Вы вот понимаете, уже сначала говорили, что дума еще наша, теперь наша дума Воронежская приняла, город принял. Водитель, здесь водитель, в чем виновен? Да водитель, да мы никто не... Вы понимаете, смысл мы говорим в чем? В том, что здесь водитель... Никто не виноват, это просто виноваты тогда товарищи. Тогда зачем вот эти вот товарищи, которые здесь стоят, такие вещи здесь раздувают, препятствуют... Нет, они же говорят о том, что, ребят, почему вы ездите? Мы говорим вот. Конкретно за территорию. Если бы они здесь стали, к ним никаких вопросов. А вот если они здесь стоят, к ним вопросы. Но здесь зачем это раздувать? Потому что здесь был конфликт. Вы поймите, им это нужно. Они на таких участках и кормятся вот этими вот ситуациями, когда... Значит, на вы как думаете, что это тротуар? Это пешеходная дорога. Совершенно верно. Кто тут говорит? Она вот идет. Верно. Она вот вся идет. Но здесь транспортные средства могут парковаться. Но для этого и сделано. Абсолютно Господи. Точно. Вот гражданин. А как могут на пешеходной дорожке парковаться? Это прилегающая территория. Это уже другой разговор. О. Почему когда строили, кто строил? Ну водитель-то не виноват, кто Алексей. Это водитель этого, не виноват. Я думаю, здесь, чтобы предупредить. Нет, нет, мы не говорим, что он виноват. Вы вообще о чем вы можете предупредить, но не создавать ситуации конфликтные. Вот это вам... Вот это, я согласен. Вот это вы занимаетесь. Соответственно, правил дорожки 10.1.8.1. Послушайте, пешеход не должен создавать... Препятствия. Сегодня твои знакомые наезд совершили. Я думаю, что будет ДТП оформлено, да, и разбирать будет соответственно. На кого? Вот на это того, да. Кто кинулся под колеса? Вот это, да, ты представляешь, ГИБДД разбирать. У меня знакомые наехали. Представляешь, что представитель дорожного контроля наезжает на людей. Вообще как. Вау! Вот это можно обозвать, вот так видео. Вот это ты хайпер. Родитель. Ты главное оставь вот это все. Посмотрите на него. Хайпер. Вы понимаете, как это все происходит. Посмотри на тебя. Приехала куча людей. Приехала. Запечатлев, что он грязный. Да я уже отснял. И вот говорит всем, что он лично, что на него наехали, причинили ущерб. Если ты в пиджаке, у тебя умах. Не все. Да? Алеша, не можешь этого сделать. К сожалению, за тебя у меня больше ума оказалось. И тем не менее. То есть ты хочешь сказать, что Юрий Николаевич не умный человек? Это ты хочешь сказать. Я про чиновников говорю. Некоторых.
Я сказал. Ты я вообще ты Юрий Николаевич. Юрий Николаевич. А почему ты не встретился? Давай начнем с того, что почему ты не встретился с главой администрации? А я тебе должен отчитываться по этому вопросу. Почему? А я тебе должен отчитываться. Нет, вопрос вот ты, не буду. Ты общественник. Вот и не буду. Отчитайся перед подписчиками. Отчитай. Отчитайся. Не волнуйся. Когда реконструкция здесь будет проведена. Да, по твою душу будет проведена. А почему? По твою. Пусть не по мою. Она просто запланирована, Алексей. Что же вы в заблуждении вводите? Ну да, после моего обращения. Да, вот. В грудь тебя ударят. После моего обращения. Это был Супермен. 20 лет никто не планировал, а вдруг бац и запланировал. 20 лет. Алешка, объясните свое поведение. Как 20 лет. Вообще, блин. Вот та территория, то же самое. Движется по тротуару там. Короче, вам флаг в руки, и вы вообще вершитель судеб. И конус в одно место. Мы можем вам даже один подарить назад. Давай. Отдай лучше конусы, они не твои, а то кража. А то что, какая кража? Они мешались на дороге, они ничьи. Они не были чьими. Я тебе заявляю, не мои. А у тебя есть подтверждение? Чек? Корона упадет, ты понимаешь? Чеки, чеки. Дома есть. Ну покажешь, я тебе отдам. Я покажу. Хорошо. Я сотрудник полиции покажу. Конечно. Только на Стахмюна опять пиши заявление. А то как бы Стахмюн. Странно какая-то. Слушай, а как ты так писал интересное обращение? Ну вот, мой ответ вообще, ты как написал заявление, хотя я на тебя его не писал. Вот как ты вот это вот, ну скажи вот мне. Ты верни конусы лучше, а не мои. Не-не-не, подожди, стой. Мы давай мы не будем терять нить беседы. Давай не будем терять нить беседы. Минусы отжали. Бедный. Так это он их в жопу пихает себе, как бы такое. Его любимая развлекушка, понимаешь? Вот в чем прикол. Да, я ж тебе говорю, это же его вот это, и деда ручка. А куда ты пошел? Так ты не объяснил, там нет конуса. Лошара. Он обиделся. О! Ну где твое поведение-то? Ну что ты? Ты объясни, объясни, как ты написал так интересный ответ. Блять, мою фамилию можно узнать отовсюду, откуда угодно. Но нет, он написал на какого-то интересного человека вообще. Просто. Опа, 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 вот такие вот дела. Неадекватный! Умер вкуса на Ленинском. Тротуар по кадастру идет. Это мой тротуар. Не. Наш. Да. I'll be back.